Всем приветик, с вами Алена, я покажу мои новые диски. Купила я их в Анапской. Первый DVD-диск, да, это лицензия, только два. Лысинянька, спецзадание. Вот так вот выглядит корешок, и вот так. Тут в дополнительных материалах 5 удаленных стрелок, лекция смешных дублей, аудиокомедия, создание... Ну и сценарий. И вот так выглядит этот диск. Плюс тут есть такой флаер. Вот так выглядит этот флаер. Следующий диск необычный, потому что он из двух дисков. И это Король Лев 2 Хакуна Матата. Вот так выглядит корешок и и дополнительные материалы. Это специальная версия. Вторую часть у меня нету. Есть первая только. Я вам покажу диск. Да, есть такая фишка. То, что вот есть такой флаер. А также он скрывает один диск. Вот такой диск. Следующий диск. Все. Иро. Тут должен быть про. Да, там кот Леопольд. Троих из Простоквашино. И их друзья. Вот так выглядит корешок. И мультики. Так, я заметила новый мультик. Котенок Слизукова 2. И... Вот так выглядит диск. Он синий. Следующая новинка. Blu-ray. Там мультики. Мультфильмы. 12. 14. Есть самолеты. Самолет, огонь и вода. Турбо. Вот такой мультик. Атлантида. Атлантида 2. Книга джунглей. Книга джунглей 2. Робин Гуд. Верхи роботы. И вот так вы. И вот так выглядит диск. И последний диск. То есть Blu-ray. Шерлок навсегда. Он для 3D очков. У меня есть 3D очки. Вот так выглядит корешок. И вот так. И вот и вся диск. В общем, всем пока. И не пропустите спецвыпуск про лысого няньки. А теперь точно всем пока.